Быть ребенком проще, чем быть стариком по одной простой причине. Литература больше. Ты живой, пока ты кому-то нужен. Поплавком кверху на грядке, это там, понятно, старики работают. Эта модель рассыпалась. Время для путешествий. Заходите нас весело, нас клуб кому за 50. Совершенно нормально танцуют. Yes, мы едем в Синджес. Там будут красивые парни. Мы в этой конкуренции не победим родных бабушек. Что такое старость? Когда мне 45 лет исполнилось, я пришла менять паспорт. В России так положено. И, да. И мне дали паспорт со словами, а я спросила, а когда менять следующий? А когда следующий менять? Вот, ну, девушка, вы что? Это все, это паспорт на дожитие. Добрые люди. Да, я стою с этим паспортом и понимаю, что я не хочу доживать, я жить хочу.